Всем привет, с вами Гурштейн. Это мы снова. Да. Только я на мамином буду звать, а не на папином. Всем привет, ребят, с вами Кореш ТВ. Сегодня мы второй раз открываем сундуки. Яря открывает на мамином телефоне, я на своем. Покажи в камеру. Аккуратненько. Вот наши два аккаунта. Значит, ребят, канал, как вы могли заметить, у нас еще пока небольшой, поэтому очень нужна ваша поддержка, ваш лайк и подписка обязательно. И колокольчик. Да, как только поставить колокольчик, вообще просто супер-мега игрок. И комментарии. Да, пишите комментарии, вообще, в принципе, нравится вам или нет, что делать нам, куда дальше двигаться. Но мы начинаем. Ярь, кто будет первый открывать? Я. Ты будешь первый открывать? Да. Давай, будем по очереди. Один ты сундук на мамином, потом я на своем. Начнем с больших сундуков, которые просто у нас в Бравл-пассе. Так. Ну давай, погнали, первое открытие. За пять, нет. Моя очередь. У меня, ребят, в прошлый раз открывал, ни одного бравлера не выпало. Всего лишь одна пассивка из 20 сундуков. Сегодня у нас 14 обычных и куча еще мега ящиков у меня там есть. Так, поехали. 53. Воль, Дэрил и Пайпер, конечно же. Ты уже следующий? Ну давай, давай побыстрее ускоримся. 133 монеты. Открывать. Да нет, быстро неинтересно. Ну тут мне тоже, походу, не повезло. Не повезло. Ну так не повезло. Да, 50, ну зато 50 карточек на Брока. Давай дальше. 100, ровно 100 монет, ребят. Ну мы знаем, что выпадает. Ну хотя бы 200 очков, да. Мы-то знаем, что выпадает, когда очень мало денежек. Ну где-то 20 хотя бы, да? О, подожди, подожди, Яря. У меня мигает. Мне. Что, ребят? Что? Что у тебя тут? Что? Что? Яря, давай нажимай своей счастливой рукой, это будет... Да ладно! Спраут! Да! Спраут, наконец-то выпал бравлер! Ну, пожалуйста, папе хоть один балл, чем у папы. Давай, маме, заработай. Я бы открыла быстро. Нет, не в этот раз. Ты уже следующий открываешь, Яря, подожди меня. 67, нет. Видишь, надо помаленечку. Я 56, ничего не выпал. Стой, моя очередь еще. Так, моя очередь. Давай. 75. Я хочу еще бравлера. Я хочу какого-нибудь еще. Ну, может быть. У меня 6 ящиков. Нет, нету, ничего нету. Пока Ярику не везет. Я, значит, не везет и маме. Ну, может пойти. Не, мне нужен еще хотя бы гаджет какой-нибудь, да? Да. Выбить. Ладно. Следующий ящик. Ну, тут не будет, да. Значит, у меня осталось 8 больших ящиков. У меня осталось 4 больших ящиков. И у нас еще по событию, да, у нас еще остаются еще мега ящики бесплатные, которые дают нам. 44, это шанс. Это шанс, это мигает. Что? Котлета, мамы. Еще и маме. Еще и маме выбили котлету, да? Ты куда ты спешишь? Да моя очередь. Моя очередь. 45. Это тоже шанс? Нет. Блин, всего 2. Так, нет. 98. Ну хоть денег маме многие выбивают. Ой, Яря, моя очередь. По очереди, по очереди. Не спеши. Мне, смотри, ничего не выпало. Давай. Твоя очередь. Один ящик остался. Ну, 44. Да ладно. Может повезет? Нет, но было близко. Было близко. Было близко. Не спеши. Господи. Так, 50 ровно. Ладно. Я собьюсь. Открою Ела. Я повезло папе на телефоне гаджет выпал. Да, в прошлый раз повезло на левой. Давай. Что, не верю, я не верю, что 100 ровно. Нифига ты много монет выбиваешь за то. Ладно, переходи в магазин пока. Я открою. Да, стой, жди. Давай меня. Нажимай. Подожди, сначала маленький откроешь. Подожди, стой, 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 мои, смотри, смотри, мои. Нет, не выпало ничего. Давай сначала маленький из магазина откроешь. Давай, твоя очередь. Соберись, нет. А, маленький, а, ты там, вот здесь, путь лиги, давай. Тут, давай. Может, тут можете выбрать? Нет, ну 70 монет тоже много. Карточки мама сама использует, давай дальше. Моя очередь, Яря, моя очередь, жди меня, жди меня, жди меня. 62, ну нет. Нет. Ну блин, уже неплохо, ну, мы выбили, ребят. Мега ящиком уже. Так, что, мега ящики пошли? Подожди, а здесь большого ящика не было, разве бесплатно? Нет, у меня только был. Ладно, у мамы осталось 2 мега ящика, ребят. Давай. Погнали. Пожалуйста,
Давай, давай. Ну, 6! Уже неплохо. Не спеши, не спеши, давай, тихонечко, тихонечко. Ну, ну, хоть бы бравлер, хоть бы бравлер. Да ладно! Да! Генерал Габс маме выпадает. Вот это да, вот это поперло. Так, смотрите, у меня 41. Это тоже что-то значит? Ну? Нет, блин, ну 41. Мама, иди сюда. Ладно, маму потом позовем и обрадуем ее. Давай, еще один ящик, давай, семерочку. 5. Ну, блин, уже и так хорошо. Мама, подойди сюда. Да потом она подойдет. Давай мои теперь открываем, по очереди будем. Мои, мне тоже поможешь. У тебя сегодня счастливая рука, Ярик. Открываем Дэрил, Байрон и ничего. Рико еще 3. Рико, Кавин, так, ребят, ну неужели Спраут, наконец-то. Так, у меня, смотрите, что есть. У меня приготовлено еще в магазине куча боксов, Яря. Начинаем с большого ящика, давай. Подожди, а у мамы еще же там были, по-моему, можно было купить ящик. Ну-ка посмотри, за звездные очки. Да, можно купить. Так, ребят, еще есть ящики, еще есть у мамы. Мама, давай. Ну, 5. Ну, еще хватает на мам. Еще на большой хватает. Ладно, давай я большой, сначала я открываю, а потом ты купишь еще. Так, бесплатный большой ящик. 45. Ну нет, не дают ничего. Давай, открывай еще большой. Напоследок. 63. Нет. Ладно, переходим к моим. О, подожди, еще маленький бесплатный. Ну-ка, давай-ка сюда. Может быть, здесь что-то зарыто? Нет, всего лишь маленечко, карточка. Яря, давай, левой рукой давай открывай большой бокс на моем. 6, 5. Блин, я хочу еще кого-то выбить, ребят. Ну, поддержите лайк, подписка. Яря, подожди, не спеши, моя очередь. По очереди, у нас еще будет 2 ящика. И давай вот этот ящичек, не подведи, 6 хотя бы. Да, 6! Ну. Давай, давай, давай. Ну, это будет пассивочка какая-то. Может, посмотрим. Да. Но ПМ, еще одна звездная сила. Неплохо. У меня ПМ полностью прокачанная теперь с этой пассивкой. Так, ребят, но это еще не конец. Это еще не конец. Это еще 2 ящика мега. Закупаемся. И погнали по очереди. 5. Ладно, Яря, тебе последний достанется. Только моя надежда. Пожалуйста. Ой, давай. Лайком. Блин, лайк даже не помог. Ну ладно. Хотя бы Спраут наконец-то. 200 очков тоже неплохо. И на Спраута, видел, там упало 50 карточек. Неплохо. Так, ребят, ну что, пишите в комментарии, прокачивать меня Спраута. У меня 38. Все, смотрите, осталось 9 бравлеров. 9. Ну, скоро обновление, мы знаем, да, что будет еще 2 новых бравлера. Будет, елки-палки, еще добывать надо. Спраутик, спраутик. Всем пока, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы ожидать новые видео. Вот сегодня нам достаточно много повезло, да, особенно на мамином аккаунте. Всем пока.